Сегодня оздоровительные программы стартовали в 8 муниципалитетах полуострова, в том числе в Корякском округе. В рамках муниципальных программ продолжаются мероприятия, которые помогают формировать у населения привычку к здоровому образу жизни. Это воспитание с детства здоровых навыков, популяризация знаний о факторах риска и их влиянии на здоровье, а также отказ от курения, алкоголя и наркотиков. Кроме того, программы содержат меры по коррекции и контролю поведенческих и биологических факторов риска неинфекционных заболеваний.